после обеда. Просто ты посмотри, пожалуйста. Так, для чего сделаны дырки в заборах? Да. Для того, чтобы подсмотреть, а что же у соседей? Интересно, Танюш, рассказывай, что там у соседей интересно? Соседи очень хорошая такая вот беседка, есть очень удобная. Ага. Да, и вот этот маленький домик они специально построили для своей внучки. И у нее так там все так какой-то вот есть, и, по-моему, там даже маленькая кроватка есть, и, по-моему, там маленький стульчик есть, и столик. Классно! И вот она там играла, все свое детство, но сейчас, к сожалению, уже... Здравствуйте! Где у вас будете... козлята? Ну, они грязные. Что значит грязные? Они... ну, они же их много, там линолеум. Печка. Линолеум, печка грязная. Я там им место сейчас освобождаю в сарае. И... вот где я могу увидеть в Москве козлят? Вот скажите, только, наверное, в зоопарке. Ой, 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 маленькие. Ну, скажи, да, здесь. Ой, господи, какие махонькие. Ой, 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 они, ой, мамочки, мамочки. Приезжайте в гости, я их сжу. Они кусаются или что? Нет, они полезут. Они далеко куда-то, мы не выкинули. Они же еще сосут. Ой, 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 так сильно. Много месяц. Ой, ты как сильная, как сильная. Да, 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 сейчас, сейчас. А чем вы их кормите? Молоком. Сейчас буду маму доить, молочковым, кашу геркулесовую. Да? Да, блендером им взбиваю кашу. Да вы что? Прям да. Как маленьких ребятишек, да? Да, да, вон малютка. Вот я прям пользую, они меня прям зубками, да? Да. Мои маленькие. Да. Смотрите, есть, какая они меня. Ты, господи, боже мой. Ай, ай, ой, у меня. Думаешь, это молочко? Думаешь, это молочко? Ты, господи, мой. Касаются козочки. Мее. Вообще здорово. А любовь попала. Классно. Где? Максимка, это 5 дней. Большой для 5 дней. Ну как большой? Ну большой. Махонький. Махонькая. На 5 дней всего есть девочка. Вот ты маленькая. Мальчик есть. Да, мальчик и девочка. А смотрите, она раз, два, три, трехцветные, да? Да, печенькие. Вот щелки, да, мам. Ой, вы как, я не могу, так здорово. Они же ручные. Сейчас. Иди. Диван вам ему отдала. Да? Ну, давайте вот диванчик. Я его, их пускаю, они вот здесь вот у меня прыгают, бегают. Ой, 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 какая прелесть. Махонький. Так он же это тут... Козёк. И пысает, и все, я им... Ну, Максим, конечно. Да, специально отдала. А потом мы его выбросим. Осталось, отвезем и все. Ой. Ой, какая прелесть. Я козленка на свалку. Нет, не на свалку, козленка. Да не на свалку. Ты, господи, маленький. Тихо, не пугай, не пугай, не пугай. Сейчас я буду доить маму. Ага. Все. И будете кормить. Да, да, да. Кормите. Ой. Да, 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 не кричи. Да, 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 сейчас, мама, время уже 5 часов, 2 часа. Это так громко. Громко, да, 5 часов. Лёлечка, да так громко. Это братик его. Это братик. Ее. Они похожи, у них черно-белые. Да, да, да. Мама совсем серая даже. Ну, ветврач мне тогда козочку подарила. Вот. И она говорит, это у них папа такой. Она говорит, когда она маленькая. Они тоже мне вот 14-13. 4 годика. На Соньку похоже, вот это. Да они не похожи. У меня тут много. А сколько всего у вас коз? Козлят, козлят. 13. 13 козлят? Как вы с ними справляетесь? А еще там есть? Есть. Максим, спрашивай. Максюш, спрашивай. Да он был здесь, они были. А, уже прибегали сюда? Конечно, они не Максим-то не был в прошлом году. Он был, когда он года 4 назад. Ну, я знаю, что был мальчик. А, вот где. И они у вас в доме, да? В доме и все, где хочешь. Какая прелесть. Ты, какая прелесть. Здесь у меня были цыплята, а сейчас у меня козлята, да? Да, сейчас маму подаю, да, все, все, все. А мамка там, да? На улице. На улице. Да. А ведь было холодно, когда они у вас здесь жили, да? Ну, они же маленькие, их же нельзя это.
О, а тыкву? Есть люди, вы где-то вышли сюда вместе. Ой, а тыкву сколько, да, у вас? Смотрите-ка. Тыквы кормите, да? А кошек-то сколько? Кошек? Мне кажется, что я их насчитала уже 5, нет? 15 кошечек, да? А вот эта кошечка, я смотрю, она у вас какая-то даже как... Какой-то папа был. Веслоухая. Веслоухая, да, я вижу. Вот у меня она. Же кошка тоже веслоухая. Вот здесь бегает кот веслоухая. Вот Оля говорит, рыжий. Вот откуда-то в прошлом году принесли вот такого маленького. Грешным делом я думала, что это крот такой. Ага. А у нее глаза вообще, мы ее из пипетки кормили. Как, я поняла, да? Что это котенок. Мы ее... Так это же Анна у нас выросла такая. Вот она как раз Люся кормила. Ой, ты Жанна, Жанна. А, кусаешься? Бочки потесуны. Кусаешься? Все, не трогай, не трогай. Это вам всем принесли или вы их они завели? Приходят сами. Они сами приходят. Люди, которые берут котят, да, а потом играют летом, а потом бросают. И не все ко мне идут завтракать, ужинать. Вот дочь приводит, она мне на севере покупает у солдатиков, контрактников консервы по 10 рублей баночки. Ага. И вот мне приводит. Вам приносит, да? Привозит, да? Из Мурманска. И вот я с хлебом мешаю им, и то сухой, да? Корм куплю. То есть, да. А печка-то теплая? Чё б... Я топила. А чё б не лежать-то? Варила, ага. И... А где вы готовите? Ну, в смысле, вот здесь вот? Нет, я здесь сварю себе. А у меня газ там. Угу. Там газ. Не убиралась я, ничего. Мы будем пить, видишь, кирпич купила. Нет, ага. Печку перекладывать. И не стала ни убираться, ничего. Дочь приедет, мы печку переложим. Здесь она прогорела, вот. А потом уже будем убирать. Ага. Так. Понятно. Так. Ну, тяжеловато, хочу сказать, да? Ничего страшного, зато я живу. Точно, точно. Зато вы живете. Потому что вы двигаетесь, вы ухаживаете, конечно, да? Я москвичка. Я в Москве прописана, в Москве квартира у меня. Угу. Все, но. У меня мама работала ветром. Пока мы не привезли маму в 2000 году, у нас не было ни хозяйства, ничего. Угу. Мама привезла с Оренбурга, она мне ветврач. Угу. И говорит, давай курочку, я смотрю, яйца покупаю, она не ест. Мам, ты что, да ну я не хочу. Ты мне рыбки купи, рыбки. Ага. Рыбку, потом пошли же вот эти окорочка, все вроде как бы это. Мама, почему мясо не ешь? Угу. Ой, да ты мне рыбки купи. А потом, говорит, весна наступает, она говорит, давай мы купим 10 курочек. Ага, 10 курочек. Купили 10 курочек, потом 10 уток. Ну, и здесь пошло у нас. А утки-то где у вас сейчас? Нету? Есть там. Утки? Утки? И утята? Утят нет еще, утят нет. Нет утят? Ой, пошли на взрослых посмотрим. На взрослых, говорит, пойдем посмотрим. Я вам не сказала, какая у меня аллергия на козлов. У меня аллергия на козлов. Пошли бы к козочкам. Я их нагладила, наобнимала. И буквально, наверное, через 20 минут у меня руки по локоть покрылись волдырями. Сначала мы подумали с Татьяной, что у меня кто-то укусил. Ну, реально, не пчелы, ну, прям вот такие волдыри. Потом начали руки чесаться. Потом я начинала их расчесывать просто в кровь, потому что я не могла, они просто чесались. А потом я поняла, что это аллергия у меня. Аллергия у меня на козлов. Так что, мои дорогие, я вам желаю, чтобы у вас никогда не было аллергии на козлов. Пускай не будет в вашей жизни. Самое приятное, когда соседи дружат друг с другом. Вот такая дырка в заборе. И ты у соседей. Опа! Ой! И мы попадаем на соседский участок. И все это можно сейчас посмотреть. Так, по-моему, это склад автомобилей, я так поняла. Похоже, я иду по картофельному полю. Так, УАЗик, автобус, ПАЗ, по-моему. Ой, сыро.
Газончик стоит, тоже УАЗик. Это соседский участок. Ну, каждый по-своему развлекается. Еще не все. Так, там, по-моему... Так, по-моему, там еще три автомобиля, опять УАЗики. Отсюда не вижу. Мерседес. В общем, так, нормальненько. Не слабо. Это, наверное, от... Так, а Максим у меня... Дай он сначала тебя обнюхает, а то... Нет, я не хочу, чтобы у меня были такие джинсы. Покажи, мой хороший, какие у тебя джинсы. Как мы поедем в Москву, мой золотой? Постираем. Постираемся, я тоже понимаю, какая ерунда. Грязные джинсы. Это же собака, которую можно вообще потискать. Моя любимая собака. Я обожаю вообще любую собаку. Ты мой золотой. Возись, возись. Так, а где у нас здесь гуси, кролики? А гуси там, а кролики... Мамочки, кролики! Их можно кормить. Максюш, их можно кормить. Мне вообще повезло. Я, значит, с козлятами подружилась. Ну, ешь. Здесь с кроликами. Они уже объелись, мы их сегодня обкормили. Так, а кто еще? А где эти самые утки? Вон гуси, курица где-то. Сива. Это вот деревня. Столько всего, мне кажется, ненужного. А людям кажется, что это все нужно. Не ушел, бабушка. Да, мой хороший. Вот он, гусь. О, такая бочка у нас тоже была. Я этих коз слышу. Там маленькие козлята. Они пасутся, наверное. Снимай. Да я так снимаю. Как их там звать-то? Я не знаю, как их зовут. Гусь. Я знаю, вообще, как зовут. Вот деревенское подворье. Ой, я попала, такой класс! Такой класс! Я не знаю, куда курицы ушли, они, наверное, там в доме. Угу. Запах такой. Я даже не скажу. Деревенский запах, да, Максюш? Ну и запах, конечно же. Ну, я поняла, конечно же, всего-всего. А тут, я так понимаю, свалка машин. Вау, Максим! Так, я, конечно, это не моя машина, но угнать можно. Классно. Так, мальчишки, здесь раздолье. Максим, у нас позволяет площадь на дачу. Может быть, тоже устроить? Ой, фу, здесь компост. Где компост? Да. Дверь закрой. Вон там, посмотри. Дверь закрой. Посмотри. А мы пошли ужинать. А Максим говорит... Чего это я буду одеваться, бабушка? Ты ходишь в куртке и с голыми ногами. А я думаю, какие-то у меня голые ноги. Они действительно голые ноги. Здесь, знаете, как серьезно перед вами показываюсь, да? А там у меня голые ноги. Puerto Rico.